Международному детскому центру «Артек» в этом году уже 96 лет. Попасть сюда, в Крым, на побережье Черного моря – давняя мечта многих школьников и детей. О том, как сейчас живет самый известный детский центр, расскажем в программе «В движении». История лагеря «Артек» началась в 1924 году. Побережье Черного моря и неповторимый горный воздух Крыма произвели невероятное впечатление на одного из первых организаторов советского здравоохранения – Зиновия Соловьева. Долгое время он искал подходящее место для детского лечебного санатория, где ребята могли бы не только поправить свое здоровье, но также отдохнуть и с пользой провести время. Живописные виды крымского города Гурзуф буквально покорили советского медика. И уже через год, 16 июня 1925 года, вблизи горы Аюдак открылась первая детская смена в лагере-санатория «Артек». В первый год здесь могли побывать более 300 детей. С каждой новой сменой постояльцев становилось все больше, а спустя несколько десятилетий лагерь «Артек» стал известен не только всему Советскому Союзу, но и странам зарубежья. Сейчас этот знаменитый детский центр все так же остается местом притяжения для детей и школьников. В 2014 году лагерь был практически полностью обновлен. Здесь началась глобальная реконструкция детского центра, и впоследствии он приобрел совсем другой облик. Общая площадь лагеря составляет 218 гектар, из которых 102 – это зеленые парки. Сейчас здесь реконструировано 9 детских лагерей. Это кипарисный, лазурный, лесной, морской, озерный, полевой, речной, хрустальный и янтарный. Каждый из них имеет свою отдельную территорию, а также предлагает детям уникальные образовательные программы и веселые развлечения. Например, лагерь «Морской» – один из первенцев «Артека». Его корпусы находятся около пляжа, а из окон сразу открывается вид на море. Постояльцы этого лагеря даже имеют приоритетное право занятий в детской парусной школе. Ребята самостоятельно выходят в море на катерах и учатся морскому делу. Каждый лагерь также имеет свою отличительную яркую форму. В зависимости от времени года ребята получают полный индивидуальный комплект одежды по прибытию в лагерь. Шьет форму для артековцев российская компания «Боско». Попасть в «Артек» престижно, но совсем непросто. Система поступления в этот лагерь отличается от других. Получить путевку могут те ребята, которые регулярно участвуют в олимпиадах, имеют хорошие успехи в учебе и активно практикуют внеучебную деятельность. Например, здесь много школьников, которые занимаются волонтерством. Все желающие попасть в детский центр «Артек» должны составить личное портфолио. Каждое из достижений в нем имеет определенный вес. Например, победители и призеры всероссийских олимпиад или конкурсов имеют значительное преимущество перед другими сверстниками. Мы с прошлого года ввели фиксированное количество баллов, не менее 100, для детей-победителей российских олимпиад, международных олимпиад и победителей спортивных соревнований регионального, федерального и международного уровня. Поэтому, если у ребенка есть достижение в какой-то из сфер деятельности, то, конечно, ему попасть в «Артек» гораздо проще. Георгий в «Артеке» уже не первый раз. Попасть в детский лагерь ему помог конкурс чтецов «Живая классика». В 2019 году он стал победителем этого творческого проекта и получил путевку в знаменитый детский центр. Сейчас я в 6-м отряде детского лагеря «Хрустальный». Это отряд шхуны морского направления. Безумно нравится в «Артеке», как и в первый раз мне очень понравилось, так и в этот. Больше всего нравятся, пожалуй, дети. Дети очень необычные, со всей России, и безумно интересно познакомиться с таким количеством талантливых и умных детей. Талантливых детей в «Артеке» действительно много. Савелий Дроздов приехал сюда из Москвы, а матросский костюм на нем не просто так. Молодой человек стал одним из немногих, кому посчастливилось отправиться в настоящее кругосветное путешествие вместе с командой молодежной морской лиги. Эта организация работает совместно с детским центром «Артек» и реализует проект «Школа под парусами». Ее участниками становятся как юные моряки, так и ребята, которые впервые знакомятся с морским делом. Человеку из столицы сложно, наверное, как-то до конца понять всю эту морскую жизнь, морскую свободу, то чувство океана, которое вокруг тебя. И, конечно, после этой экспедиции она стала таким
направляющим звеном, которое определяет твою жизнь в морскую сторону. Потому что, безусловно, после плавания на парусном судне под огромными парусами, которые тянут твое судно к родному порту, порту родной страны, конечно, это незабываемое ощущение, и те эмоции, которые я испытал там, я желаю испытать всем, потому что это просто великолепно. Международный детский центр «Артек» работает круглогодично. Ребята охотно приезжают сюда даже осенью и зимой. Здесь они также ходят в школу и принимают участие в образовательных проектах. Каждая смена имеет свой характер и в том числе зависит от времени года и уже устоявшихся традиций детского центра. Сегодня здесь, в преддверии 9 мая, открывается особая тематическая смена – «Салют Победы». Трагические события Великой Отечественной войны коснулись и жизни «Артека». Летняя детская смена, которая как раз пришлась на дни начала войны, была эвакуирована, а впоследствии «Артек» даже пережил оккупацию. Вновь принять крымских детей лагерь смог лишь в 1944 году. Аллея героев «Артековцев» – памятное и священное место. Здесь установлены 12 белоснежных бюстов воспитанников «Артека», которые погибли во время Великой Отечественной войны. Один из главных героев того времени – Тимур Фрунзе. Он отдыхал в «Артеке» в 1935 году. Школьнику на тот момент было 12 лет. С началом войны Тимур отправился на фронт. 19 января 1942 года в районе Старой Руссы он в паре со старшим лейтенантом Шутовым вступил в самолетную схватку с 30 вражескими бомбардировщиками и 8 истребителями. Герои сразу же сбили 3 бомбардировщика и смелыми атаками заставили фашистских летчиков сбросить бомбы на головы своих солдат. Однако советский самолет был подбит, и летчики вынужденно пошли на посадку. Тимур продолжал сражаться, сбил еще 2 самолета противника, но закончились боеприпасы. Тимур Фрунзе погиб в неравном бою и посмертно получил звание Героя Советского Союза. «Артек» продолжает свою исследовательскую деятельность, и если в 2016 году было установлено 12 бюстов героев «Артековцев», в 2020 году сюда было доставлено еще 3 бюста героев «Артековцев». И мы не останавливаемся на этом. В этом году у нас запланирована установка еще 5 бюстов. Ежегодно именно 5-я смена в «Артеке», которая проводится в апреле и мае, несет патриотический характер. В течение всей смены ребята участвуют в ежегодных российских акциях «Диктант Победы», «Бессмертный полк», а также вместе с вожатыми и преподавателями занимаются исследовательской деятельностью. В частности, проводят военные реконструкции. Однако патриотическому воспитанию в «Артеке» уделяют внимание каждую смену. Ответственность за проведение многих мероприятий, творческих встреч и уроков берут на себя в том числе и вожатые лагеря. Когда-то давно мне посчастливилось побывать здесь ребенком, причем 2, и это место настолько запало в душу, в сердце, что очень сильно захотелось дарить то тепло детям, которое когда-то подарили мне мои вожатые. Открытие новой смены всегда особенное событие как для юных артековцев, так и для вожатых, преподавателей и организаторов центра. И сегодня на торжественной церемонии всех ждет яркое и красочное шоу. Более 2500 детей со всех регионов России встретили открытие 5-й смены «Салют Победа». В самом центре детского лагеря, на «Артек-арене», ребята впервые не только смогли поприветствовать друг друга, но и по-настоящему прочувствовали ту самую невероятную атмосферу знаменитого детского центра. Впереди у ребят еще много ярких событий и незабываемых впечатлений. И, может быть, именно сейчас здесь завяжется самая крепкая и верная дружба.